миллионов лет назад на Земле жили динозавры. Динозавры были очень миролюбивые животные. Их невероятная сила гарантировала им всеобщее уважение. Гиганты-динозавры вылуплялись из таких вот яиц, размером не больше футбольного мяча. Происходило это так. Когда появлялось яйцо, динозавры шли на гору поближе к солнцу и предоставляли его благодетельным лучам довершить великое таинство рождения. Так продолжалось миллионы лет. Но климат стал ухудшаться. Погода портилась с каждым столетием. Однако у скорлупы яйца динозавра было замечательное свойство. Под действием холода скорлупа утолщалась, наращивая все новые и новые слои, оберегая детеныша
от внешних воздействий. И вот однажды... Тебя. Но мне нужно вылупляться. Я охраняю тебя. Что ты делаешь? Я наращиваю слой. Я исполняю свой долг. Но ведь мне нужно выйти. Я ведь должен видеть солнце, пусть холодное. Ну, пожалуйста. Выпусти меня. Я приспособлюсь. Честное слово, приспособлюсь. Я исполняю свой долг. Я исполняю свой долг. Трескайся! Трескайся! Я хочу видеть солнце! Я хочу видеть солнце! Я хочу видеть солнце! Я... исполняю свой долг. Я исполняю свой долг. Я исполняю свой долг. Долг был исполнен. Гляди-ка, а динозавры-то вымерли. Динозавры.